мои замечательные зрители, сегодня обзор стиральной машины Weisgauf WWM4106D. Это узкая, отдельно стоящая машина. Ее габариты 85 на 65, глубина 40. Эту машину, вот она пришла вот в такой упаковке. Эту машину мы заказывали на сайте Яндекс.Маркет. Но доставка была из магазина Weisgauf, одноименного магазина. Сборка китайская. Вот так выглядит эта машина. Вид сверху, вид спереди. То есть здесь нет сенсорного управления, то есть вот такие кнопочки, но 15 режимов стирки, класс энергопотребления А+, класс стирки А, класс отжима С. Такая машина стоит 19 990 плюс доставка и пронос до квартиры, и также плюс установка и оплата дороги установщика, то есть это получается 23 200 рублей. Вот так она открывается. Вот такой барабан. У этой машины нет... Вот так открывается кольцо. И вот, не знаю, видно вам, нет, но у этой стиральной машины нет дна. Достаточно широкий вот эта прокладка, вот эта между барабаном и дверцей. То есть дверца, вот как вы видите, она тоже достаточно большая. Ну, вид сбоку. И вот вид сзади. Пока вот ее только привезли, она не подключена. И первый запуск, и стирку. Потому что в отзывах написали, что машина стирает очень чисто. То есть это эконом-вариант, срок службы 7 лет. Но машина неплохая. Мы выбирали между LG узкой, супер узкой, потому что узкие машины LG это минимум 44 сантиметра. И вот Weisgauf. Машины, все стиральные машины LG, сборка Россия, и цены от 26 тысяч плюс доставка плюс установка. Максимальная загрузка 6 килограмм. Вот я загрузила белье. Ну, 6 килограмм это хлопок, то есть синтетика там поменьше получается. Вот такой уровень шума при стирке, чуть громче при отжиме. Вот, как видите, здесь разные программы. Вот стоит постельное белье. И, то есть машиной довольна. Она действительно вот такая защита от детей. Машина отстирывает достаточно чисто. И вот при закрытой двери
Ну, шумно, но она не прыгает. И, в общем-то, соотношение цена-качество неплохо. Поэтому я хочу сказать, что я такую вот стиральную машину рекомендую к покупке, потому что здесь много дополнительных опций, как очистка барабана, функции по стирке джинсы, синтетика, смешанные ткани, быстрая стирка, вот спорт. Ну, то есть достаточно неплохо. Поэтому выбор всегда за вами. Вот посмотрите, вот получился такой обзор. А вы выбирайте сами, что вам больше подходит. Конечно, LG дороже. Супер узкая получается вместе с установкой и доставкой по 30 тысяч. И срок службы ставит также 7 лет. Всем приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал. Будьте счастливы, здоровы, благополучны. До новых встреч. Пока-пока.